Привет любителям моего канала, вы меня спрашиваете, Мария, показывайте, что вы еще любите готовить, вам понравилась моя кухня, вы пробовали за мной, ну пробуйте, девочки, я люблю, как говорится, калите, или кушаю, ну я качественную еду люблю кушать, очень мало, но качественную. Смотрите, вот такой салатик, да, это получается рыбный, смотрите, я ставлю такую баночку кукурузы, сколько там грамм, девочки, не вижу, 220 грамм. Вот, такую баночку кукурузы сливаю, конечно, водичку. Потом ставлю, чуть-чуть сливаю масло, вот эту рыбку. Тут, по-моему, 160 грамм, да. Сейчас они по акции, две штучки, 35 лир. Не знаю, сколько это будет. Где-то 2 бакса. И смотрите, вот эту рыбочку туда ставлю. Потом 2 яичка, половину луковицы. И, девочки, один огурец свежий. Можете и 2, ничего страшного. Приправы по вкусу. И я ставила 2 вида сыра. Ну, девочки, сейчас покажу вам секундочку. Вот этот сыр, он похож на моцареллу. Он такой сочный, ну, мой с работы приносит. Я не знаю, девочки, и на домашний похож. Он твердый, вкусный очень. Потом вот этот, ну, я уже как его раньше ставила. Смотрите, эти кусочки. Такой мягкий, да, сюзме, пенир. И вот этот пенир. Это на тост я беру, своему делаю на работу тосты. И вот эти пару кусочков. И вот это все, извиняюсь, смешивайте. Очень хорошо, очень салат вкусный получится. Попробуйте, девочки, обалдеть. Можете с чем угодно его кушать. Да, я не знаю, я себе с булгуром люблю покушать, если, ну, я хлеб как бы не кушаю. А, кстати, майонезом. Вот этим я пользуюсь в Турции. Смотрите. Вот такой майонез, 550 грамм, 39 лир. Девочки, так что пробуйте на здоровье. Попробуем сейчас вместе с вами.